Ты уверена, что это хорошая идея? Леди, вас ожидает новый шкаф. Ух ты! Барби, Барби, твой умственно недоразвитый ухажер произвел несанкционированные изменения в твоем гардеробе. Хватит болтать, квадратная башка. Все в порядке, шкаф. Я даю на это согласие. Что? Он из бумажного мешка сам не выберется. Я создал тебя! Мне трудно смириться с тем, что этот пластиковый балбес мой создатель. Это так унизительно. Шкаф, ты уже сделал дефрагментацию? Сию минуту. Барби, сколько часов в день ты проводишь, решая, что надеть? В среднем на принятие решений у Барби уходит 2 часа в день. Фактически, я уже потеряла на это 17 кукольных лет. Что ж, довольно. Я представляю машину правильного подбора гардероба. Прекрасно! Классно! Ух ты! Мне надо было сбросить эту коллекцию с моего порта USB. А это матрица настроения. Она чувствует твое настроение и в соответствии с ним подбирает цвета для твоей сегодняшней одежды. Кто вообще слышал о розовом настроении? У меня всегда настроение розовое. И, наконец, вершина моего творчества. Сюрприз! Представьте, что все ваши аксессуары находятся буквально под рукой. Нравится. Ты снова это сделал. Нет, не сделал. Носки с сандалями, новогодний свитер и сережки в форме шаров. Только взгляните. Какой ужас! Но минуту назад это прекрасно работало. Ах ты, несчастный пожиратель денег. Верни мне кошелек. Эй, Мидж, давай я тебе помогу. Чтоб тебя... Прости, Барби, зачем я испортил твой шкаф? И что еще хуже, я потратил впустую на это $3. Не страшно, все будет в порядке. Ха, ха, ха. Тихо, псина. Не обращай внимания на робота за кулисами. Что здесь происходит? Шкаф, что это вообще означает? Я, он, ты... Прости, Барби. Я очень боялся модификаций Кена. Ой, шкаф, в моем сердце есть место для вас обоих. Может, ты что-нибудь хочешь сказать Кену? Прости меня, папа. Кен. Я думаю, что уже простил тебя. Эй, кто хочет коктейль? Я хочу! Я! О. Эй, красавица, ты знакома с мастерами по компьютерам, поскольку ты разбила мою материнскую плату?